Скажите мне, пожалуйста. Вот, нормально. Там кто-то лазит в кустах. Всем привет! Всем привет! И вы на канале Сестрички Лай. Сегодня мы решили снять челлендж 24 часа. Мы сегодня будем находиться 24 часа в саду. А перед тем, как мы начнем, мы хотим сказать вам всем большое спасибо за 1 миллион. Миллион, один. Большое спасибо! Если ты еще не подписан на этот канал, то обязательно подписывайся и ставь лайк. Ну а мы начинаем. Спать мы сегодня тоже будем здесь, на вот этом диванчике. Он достаточно большой, поэтому мы поместимся. Я тут буду спать. А я тут. Так, ну ладно, спать нам еще рано. А типа банка. Давайте мы сначала вам покажем наш сад и чем здесь можно заняться. Тут можно пойти позагорать. Тут можно поиграть в футбол. Тут можно посидеть. Тоже можно загорать. Тут можно сесть покушать. Тут у нас бассейн. Тут можно поиграть в песочек. Тут можно прыгать. Бои тоже тут. Так, чем же нам сейчас заняться? Мы сейчас, наверное, поиграем в мяч. Ребят, сегодня у нас очень жарко, и мы хотим сейчас надуть бассейн. Ну, он, конечно же, детский, но в нем немножечко можно поплескаться. Так, лейка. Коробка. Вот он. Мы сейчас пока что не будем надувать, потому что сейчас 12 часов, и нам нельзя шуметь. Сейчас у всех обед, но когда пройдет часик, будем надувать. Пока наша мама готовит обед, мы будем снимать видео в лайки. Так, мы сейчас найдем какой-нибудь трендик. Мы уже целых 2 дня не снимали. Надеемся, что какие-то новые тренды появились. Мы уже нашли песню. Я пока решила поиграть в Brawl Stars. Я буду играть с Кольтом. У меня 2. Ксюша, пошли снимать видео в лайки. Сейчас, принесла очки. Сейчас закончу. Мы будем снимать на вот эту песенку. Все, мы готовы. Ай! Так, дубль 2. Они упадут. Я все время путаю. Вроде получилось. Если хотите посмотреть, как у нас получилось, тогда подписывайтесь на нас в лайки. Ссылка в описании. Money. Так, этот зонтик я сейчас перенесу на стол, потому что мы сейчас там будем кушать. А как я сижу тут это? Вот сюда.
Ой, кайф. Так, сейчас мы будем ждать, пока нам мама принесет пиццу. Баня! Мы будем... Ой. А меня совсем не видно. А, стаканчики, Ксения. Стаканчики. Место. Здравствуйте, я тут играю. Привет. Ай, сейчас, а где ваши стаканчики? Вот, мой тут. А Ксюша там еще. Макс, плачь. Так, на. Спасибо. Все, мы сейчас будем кушать. А куда мне вот это? У нас тут гости. Ой, очень жарко. Да. Это мы. Тут хоть есть и зонтик, но очень жарко. Ну что, нам приятного аппетита. Ай, оно тоже очень горячее. Я сейчас буду надувать бассейн. Так, у нас есть такие шарики. Я их сейчас хочу надуть. То есть наполнить водичкой. А потом будем кидаться. Сила. Так, кидать. Еще чуть-чуть и будем играть. Я уже ходила на это. Загораем, девочки. И то не загораю. Я не хочу там загорать. Немножечко высохнуть надо. А я тут буду загорать. Идем попрыгаем немножечко на ботинке. Немножко отдохну. Ой, он растаял. Ой, фу. Ванька тут у нас прячется. Мы ее немножечко искупали. Сегодня это наша раздевалка. Мы тут переодеваемся. Там очень много пауков. Я не хочу. Сейчас я с Ксюшей будем делать уроки. Сейчас... Мама принесет нам рюкзаки. А, надо же еще покушать. Совсем забыла. Мне задали математику. А мне задали исправить это. Контрольную. И вот. Математика. Это мой тест по английскому языку. Вот, пятерка. Сейчас буду я понимаю, что... Ну что, я закончила с моими
домашними заданиями. И что? Теперь я буду убирать. И, может быть, мне еще чем-то заняться. Наверное, я еще порисую. Пришло время полить травку. Мы всегда поливаем, когда садится солнышко. Но я все равно буду тут спать. Что-то заработали чуть-чуть. Это маргарита. Мы сейчас пойдем поливать цветочки. Смотрите, как они уже выросли. О, они выросли. Вот эти вот выросли, да, очень тоже сильно. Эти тоже. Это, по-моему, ромашки. Они тоже были вот тут внизу теперь. А эти не тут так тоже вырастают. Надо их вот так поливать внизу. Потому что все мы полили. Ой. 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 Ну что, ребят, вот мы и переоделись немножечко потеплее. Потому что на улице уже прохладно. Мы сейчас будем кушать вот такой вот супчик. Очень вкусный. Макароны очень вкусные эти. Ну я не понимаю, как можно спать, когда так светло. Поэтому я и Ксюшу будем ждать, пока стемнеет. Как раз горяченький супчик. Что, ребят, мы сейчас будем ложиться спать. Слышите, уже 10 часов. Не знаю, покусают нас комары или нет. Ой. Это не Бонни? Там кто-то в кустах. Лазит в кустах. Наверное, кошка. И что нам с ним теперь делать? Ой, нет, еще раз домой не надо. Но... Смотрите, ребят, мы ежика взяли. Сейчас мы его отпустим. Дышит. Привет, Лазик. Я его так хочу погладить. Мой колючий. Какой быстрый. Пошел к соседям. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Пока-пока.